Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Чувашии и Самарской области подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в Чувашском кадетском корпусе имени Кочетова. Гостям провели экскурсию по учебному заведению, познакомили с особенностями образовательной программы учеников. Основные пункты этого соглашения – это взаимодействие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и ряд других мероприятий, которые связаны с укреплением нравственности, защитой социальных вопросов и ряд других моментов. Мне приятно, когда вот наши дети стремятся быть защитниками нашей Отечества, нашей Родины. Вот это самое главное, что мы живем для этих молодежи, для наших детей. Еще одно направление в совместной работе – подготовка к 75-летию Великой Победы.